Привет всем, дорогие друзья! Мы продолжаем прохождение кооперативной игры Unturned 2. Лёха, скажи привет! Всем привет! Ну, мы появились, в принципе, там, где сохранялись. Ну, не совсем там, мы сохранились в другом месте, просто у нас были кое-какие проблемки, и в итоге нам пришлось пересохраняться. Ну, в принципе, это не суть. Слышь, у тебя есть рюкзак? У меня ничего нет, у меня есть только бутылка воды, и то она грязная. Поэтому... Так, ну смотри, я тогда сейчас возьму тебе рюкзак. Правда, мне придется сейчас выкинуть что-то. Чего-чего? Езжай в город. Я тут в домике сижу, где я уже умудрился создать себе спальный мешок, прикрепиться к нему, и теперь в случае чего я буду появляться здесь. Ну, умудрился создать. Я ему свой мешок отдал. Умудрился создать. Нюхи. Ну да, кстати, мы нашли уже, короче, кучу спальных мешков. В этой серии мы попробуем еще создать один, уже скрафтить, потому что я тут уже получал претензии, мол, мы ничего не крафтим, мы ничего не делаем. Ну, сегодня вот мы будем крафтить и делать что-то. Так, вот такую бутылочку я не находил. Candied soup. Вот, отлично, я нашел суп. Знаете что, давайте я выкину, наверное, бекон. Он мне все равно пока не пригодится. Потому что я его съесть не смогу. Его нужно приготовить. А костер мы еще не разожгли. Кстати, наверное, как раз начнем с костра. Так, я избавился. У меня появился еще один слот. Сейчас я возьму для этого непутевого рюкзак. Ой. Ой. Так, ты. Ну, тут в городе куча зомби. Одного мы убрали. Нашли... Одежду, у нас есть штаны. С кем ты еще играешь? Ну, просто о себе говорю в множественном числе. Ага. Вас там много, понятно. Ну, ладно, в общем, тут, в принципе, я ничего интересного не нашел. Так, сейчас бы мне сообразить, где ты есть. Блин, карту я посеял где-то в прошлый раз. Кстати, у нас есть генератор. Эта штука очень классная, насколько я знаю. Так, стойте, там еще, по-моему, что-то валяется. Нет, у меня нету оружия для этого. А, кстати. Нет, здесь рюкзака нет, а вот здесь вот есть хороший рюкзак, большой. Нет, сегодня здесь только табуретка. Ну, ладно. А, получай. Так, завалили еще одного, тут кровище, теперь море. Так, шмотки какие-то. Какую-нибудь хату и тоже что-нибудь там найти. Знаешь, я сейчас не совсем соображу реально, в каком ты городе. Но мы были в нем. Я даже тоже так не могу объяснить, в каком. Ладно, сейчас я буду. Кто-то меня заметил. Блин, мне бы тут исследовать что-то, а мне приходится уезжать. Знаешь, мне тут... Ладно, я в этот поеду. Куда ты поехал, ты идиотик? В смысле? Куда ты поехал? Я вот здесь стою. Тормози. Так я... ты в этом городе ходишь? Это ты? А, нет, это зомби. Ёлки-палки. Уйди. Брысь. Кстати, ля, машина сзади. Ой-ё. Что ты не сказал, что у меня сзади зомби бежит? Что ты там морозишь? Я не сказал, что тут полным-полно. Сразу сказал. Сказал, я ж не видел. Пошли по городу полазим. А, стой, подожди. Я тут ничего интересного нет. Подожди, говорю. На, рюкзак. Забирай. Вот это благодарочка. На тебе прибор ночного видения, он мне в принципе или нет. Так, мы его сразу оденем. И теперь мы можем носить больше вещей. Слышишь, знаешь что, я тебе сейчас сниму одну штуку полезную. Вот, видишь, я перестала светиться. А, нет. На тебе кепку. Дроп, а у меня останется это. Ты взял? Это и сейчас я тебе еще что-нибудь выкину. О, шахтерская с фонариком. Да. Вот это вообще круто. На, короче, возьми еще ткань себе. Ткань у меня и так дофига. Это оленя шкура, я замочил оленя. Так, это у нас получается колючая проволока, это я не отдам. Это кирка, возьми кирку, будет хоть чем-то отбиваться. Да, это хорошо. Так, мы тогда ее переместим на первое место. Ну все, я тебе больше ничего не отдам. А, уже вечереть начинает. Кстати, дорогие друзья, ну вот вы увидели, как светит фонарик, а вот так вот выглядит ПНВ, для тех, кому интересно.
И теперь мы будем здесь лазить везде. Так, слышь, я в этом городе был, сказал бы, что ты здесь. Я на корабле там Я вчера тусил. сказал, что это тот город, в котором мы были Так, вчера. Клоус, давайте собирать ткань. И мы сделаем один спальный мешок. Один спальный мешок, чтобы скрафтить, нам понадобится... сейчас я тут... На. Лянь, слышишь, я себе скиллы прокачал? О, ну подожди. У меня скиллы прокачаны, но почему-то катана не хочет убивать с одного раза. Либо просто я еще не проснулся и бью мимо. Так, ну здесь шмотки. Я, в принципе, одетый. Такой, школьная форма, клетчатая рубашка, штаны с подтяжкой джинсовые. В общем... модную розовую футболочку один. Где, кто? Говорю, я нашел модную розовую Да футболочку. я не за тебя, я... А. Так, достанем нашу кирку. Так, блин, здесь ничего нету. О, там еще один красавец стоит. Да их тут вон ползучий один. А пошли сюда, посмотрим, что здесь. Знаешь что? Удиви. Что это? Это грязная вода, грязный... Не знаю, что это. Грязное молоко. Лабар. Так, в общем, слушай, ты тут полазь пока, я ж надеюсь, тебя никто тут не замочит. Кафе. О, мне надо попить. Это молди? Блин, это молди. Что такое гранола бар? Гранулированное... О, Apple Juice, пойдет. Его можно хавать? Почитай. Ты же английский знаешь. Да. Все, короче, грязное тут что-то. Пиццу хавать нельзя, к сожалению. Сейчас я сбегаю на корабль, там я аптечку видел, мне аптечка нужна. Ну хотя бы так. Опа, мент появился откуда-то. А ну иди сюда. На, на, на. Патроны. Это чашка. Вот, похавать можно взять. Так, больше здесь нет ничего. Идем со мной на корабль, там вроде что-то еще было интересное. Там, по-моему, эти веревки были или проволока. Идет к нам. Мочи его. О, хорош. Пошли в этот домик. О, это банк. Интересно, что здесь Apple есть? Juice у нас. Мы еще один Apple схаваем. Эквип. Покруче. Так. Знаешь что, ищи карту. Да, я тоже так думаю, что карту это реально очень полезная вещь, и действительно надо найти. Кстати, вот это моя хованка. Сейчас я покажу. О, это я тут сделался. Вон, возьми вот этот рюкзак. Он... Подожди, стой. А, да, вот возьми вот тот рюкзак под столом, он больше. Он как у меня, вместительней. Одень его, а этот выброси как раз. Эквип. Вот так. Все, погнали. А, не погнали, подожди. Я его возьму и сюда закину на всякий пожарный. Надо найти банку и сделать себе флягу, чтобы можно было водички набрать и, если что, если захочется сильно пить. Вот, кстати, я нашел карту. Поздравьте меня, друзья, я нашел карту. А теперь мне нужно пойти и забрать аптечку, которая валялась где-то на корабле. Честно говоря, я уже забыл, где. А, нет, она не на корабле валялась, она вот здесь валялась. Иди тоже медикаментов насобирай. Кто там дегавкает? Я не знаю, кто-то здесь. Он меня съел. Ты что, вообще не путевый? Я ударил, он не умер. Ладно, сейчас появимся где-нибудь. Опять без ничего. Ну, я победитель по жизни, все понятно. Да капец, ты тут оставил кучу всего самого интересного, самого вкусного. Забери. Да куда забирать? У меня ж рюкзак не безмерный. А где я появился? Давайте выпьем витамины, как раз избавимся от радиации и подберем аптечку. Она нам пригодится. Вообще в печали. Так, а что ты тут ткань с фонариком, бутылка грязная, и мы ее на костре можно подогреть. Да, с таким расчетом играл. Так, ну ладно, давай тогда. Где ты есть? Кто его знает, я походу то ли возле, походу возле воинской и где-то там. Так, ну это недалеко. Ну подожди,
Так, воинская это... Так... Такое серое, тут много ангар. Так, воинскую это в ту часть. Сейчас. Это воинская или нет? Серая, много ангаров, а перед забором что, какое здание? Сейчас скажу, я как раз иду туда. А перед забором тут вышка такая, желтенькая. Close. Чувачок. Я уже нашел 4 тряпки, еще осталось 3. У меня плюс 2 к опыту. Круто. Блин, знать бы точно, где ты. Ты походу возле аэропорта, что ли? Желтенькая вышка, блин, я не помню. Сейчас, короче, это в ту сторону к воинской. Иди, получается, мне навстречу, и ты, получается, должен будешь выйти к мосту. Где мост разрушенный. А где ты есть? Просто иди тебе навстречу. У тебя дорога рядом? Нет. С другой стороны, походу. То ты бежишь или то зомби бежит? А я сейчас в озере. В каком ты озере? Да здесь рядом. В озере, здесь вокруг вода. Нарыли рядом с вот этим строением. Я походу аэропорт все-таки. Блин, аэропорт это далеко. А, нет, подожди, ты можешь быть в этом, в Тайвиш фигня, короче, в кемпинге. Подожди, я сейчас съезжу, у меня, в принципе, бензин есть. Там, по-моему, как раз вышка стоит желтая или нет? Слышишь? О, они плавают. Они не могут плавать. Я в воде был, он только что сюда забежал. Он может подбежать. Так, слышишь, ты меня слышишь? Да. Понятно, я понял, где ты. Секундочку. Я тут набрел на город. Сейчас скажу, на какой. Или это не город, Ты или это... меня слышал, я тебе еще раз говорю. Сигнал мой. Нет. Блин, значит, они здесь. В общем, дорогие зрители, у нас тут была небольшая техническая неполадка. Короче, у Лёхи завис комп. Черт возьми. Точнее, не завис комп, а завис сервер. В общем, игра вылетела. И нам пришлось переконнектиться. Вы, как видите, я ушел далеко-далеко вперед. Ну, а я остался здесь же, где и был, и у меня опять ничего нет. Вот и все. А, я не могу бежать. О боже, машина дымится, Лёха, я тебя не прощу. Смысле? Сам раздолбал, а я теперь виноват? В смысле, я из-за тебя залез, черт знает куда, в общем, капец. У меня сейчас сломанная нога, и машина едет, дымится, и в общем, это все из-за тебя. Так, я проехал воинскую часть. Так, это мост разрушенный. А, стоп. Подожди, я, кажется, слышу машину. А ну по сигналу. Да подожди. Да, я слышу. Слышишь? Сейчас, подожди, тут зомби ходят, и мне, короче... Мне, короче, тут надо их передавить, потому что бегать я не могу. У меня пока что сломана нога. Но, по-моему, у меня есть этот... Как он называется? Не бандаж, а чтобы ногу ремонтировать. Ой, ногу лечить. Или нет у меня его? А, есть. А, у меня нога уже и так прошла. Замечательно. Тогда можно отремонтировать автомобиль. У нас эта штука есть. А ты где бегаешь? А я в домике пока сижу. Правильно, сиди в доме. Так, машину мы отремонтировали. Слышишь сигнал? Стой, ты хочешь сказать, что я не в этом городе? Походу.
Где кто? Ну, это тот город, в котором ты изначально был и в котором ты Я скопытился. сейчас вот напротив прачечной. Подожди. О, светает, наконец-то. Ну, Прикольно. я пока не вижу, потому что FPNV. А, уже вижу. Лучи появились. Почти день уже. Красота. Красота будет, когда я до тебя дойду. О, я тебя вижу. Сейчас. У меня здоровья мало, мне, короче, нужно уже и... Ну, попить мне не нужно, но вылечиться мне нужно. Та, чё ты ползаешь, ля, я не могу по нему попасть. О. А где ты есть? Я в доме. Ладно, сейчас, погоди. Слышишь, а тут твоих шмоток нет. Обидно. Я знаю. Я хотел подобрать их. Это получается, что все, что я тебе отдал, ему всему... Подожди, это не здесь. Ты, по-моему, скопытился. Или здесь? Слышишь? Ну, короче, вылазь. Я тут уже вон бегаю, ищу что-нибудь интересное. Я тебя не вижу в упор. Я сейчас выйду из прачечной. Так. Где прачечная-то? А. Прачечная в той части города, по-моему. Зеленую машину дымящуюся видишь? А, вон, я тебя вижу. Я тебе, кстати, сейчас даже помахаю, правда, я не помню, как это делать. Ля, реально не помню, как это делать. Думаю, стоит все-таки одеться и побежать дальше. Ладно, не буду заморачиваться с маханиями. Только я не пойму, что. По-моему, Г надо нажимать. Или это с пустыми руками? Спрячься. Оружие, спрячься. Руками тоже Да, это можно. с пустыми руками можно помахать. Ну, значит, сделаем волну. Хоть что-то найти себе. Дайте выпить. Так, это можно съесть. А чего у меня ничего нет? Я же там половину всего повыкидывал. Ага. Так. Да, в принципе, я есть-то не сильно хочу. Кстати, у нас есть штука классная. Я думаю, его сюда можно будет попробовать как-то прилепить. Ой, друзья, вновь произошел вылет. Не знаю, что-то не судьба нам сегодня поиграться. В общем, уже расцвело. И, Леха, иди сюда к банку. Я тебе сейчас отдам рюкзак. И отдам карту. Кстати, оказывается, я в этом городе целых две кровати бросил. И, в общем, вот мой товарищ рядом со мной. Так, в общем, смотри. На тебе рюкзак. И на тебе одну карту. Ну, Собирай. забираем. Кстати, кто не видел карту, вот она. Не вижу, где она. Вот, в общем, она вот такая вот. Ну, а мы пока оденем рюкзак и побежим хоть что-то. Можно смотреть здесь все, что хотите. И, ну, в общем, вот этот вот тормоз потерял все свои вещи. Я ему отдавал каску с фонариком, отдавал еще какие-то интересные вещи. А, отдавал кожу оленя. И еще что-то отдавал. В общем, много чего полезного я отдавал, и теперь это все бесследно потеряно. У меня есть еще одно оружие. Кстати, вот мне интересно, оно стреляет с лагами? Так, здесь есть 4 патрона. У меня есть слаги. Да, оно стреляет с лагами. Леха, это опять бомбили или мне показалось? Да, у нас Блин. Да, реально бомбят. опять все нехорошо. Да, очень хорошо. Ну, для заметки тем, кто не понял, что это и где стреляют, мы живем в Донецке. Так что не удивляйтесь, если Кто не вдруг знает, видео переходите по сразу ссылке. оборвется, если мы вдруг решим повыключать компьютеры. Так, слышишь, я, короче, нашел каску. Так, меня там уже забрасывают сообщениями.
Подожди, это ты дисконнектился? Я нет, я тут бегаю, вот зашел в крипту, надеюсь найти тут что-то полезное. Ой, я нашел бабулю. А еще что? Ходи ко мне. А еще я нашел конфеты. Иди сюда, я на корабле. Вот, товарищи, еще один генератор. Можно найти на корабле. Кстати, один раз находился вот в этом контейнере в голубом. Ты фонарик нашел? Это плохо, что не нашел. Я пока нашел только кушание. Ты хочешь есть? Надо тебе, нет? Нет, у меня все путем. Ладно, если что скажешь. Ты идешь на корабль? Да. Возьми каску и нужно найти... А что это такое? Bonjour Clips. Эти... Блин, у меня нету места. Что можно выкинуть? А выкинуть-то ничего нельзя. О! Нет, я тебе не буду отдавать, а то ты сильно часто... Где ты есть? А, да там ничего нету, иди сюда. Вот, возьми вот эту каску. Эй! Каску возьми, вот эту вот. И надо найти фонарик и, короче, скрафтить, и будет каска с фонариком. Еще возьми генератор. Зацени. Еще один генератор. Пусть будет. На всякий пожарный. Почти как настоящий генератор. Ну, конечно, пусть будет, мало ли что. Еще один генератор. Иди сюда, посмотри. Реально, еще один генератор. Это вообще классно. Это козырно. Вчера... Лазили, и вообще не было ни одного, а тут... Да, вчера другая фишка была. Вчера куда ни зайти, везде одни рюкзаки лежали, и, как назло, не было ни одного путевого рюкзака. Я имею в виду зеленого военного рюкзака. Ой, вот это было неожиданно. Там кто-то появился? Что? Там кто-то есть, зомби. Да, тут это... Ух ты, их опять здесь двое? Класс. Ля, он даже меня хряпнул разок. Здесь еще один. Что-то их тут сильно много. А, нормально. Так, еще один свифт в магазин, а у нас нету пушки, которой стрелять этими свифт-патронами. Ой. У меня есть витаминки и бита. Я теперь могу тоже зомби хоть как-то бить. Хочешь, можешь лук взять, у меня очень много стрел. Ладно, давай пойдем сейчас, знаешь, куда? Ты где? А, я вижу, ты тут насобирал кучу всего. Погнали, в общем. А, знаешь еще куда залезть? Залезь на контейнер на синий. Ладно, я залезу. Нет, здесь ничего нету. Это грязная картошка. Все, погнали. Да, здесь больше вообще ничего интересного нет. Жаль, что здесь нельзя свистеть друг к другу. Было бы идеально. Подавать какой-то звук. Так, фармацевтика. Что я могу взять? Аспирин. Ой, а что я могу выкинуть? Давайте пока дропнем забор. Возьмем аспирин. А мы зайдем тут в домик. Вот для этих витаминов нет ничего. Ух ты, я нашел меч. Меч или катану? Желтой ручкой? Катану. Или мачете с черной, серой. Ля, еще зомби один. Уже нету. Давай. А, это ты. Так он на тебя бежал. О, вот эти патроны, обрез тоже ими стреляет. А это что, это подобрать нельзя? И еще один. Отлично, мы теперь затарены по полной программе. У нас куча оружия. И знаете, что я хочу сделать? Ты где? Я вот из домика вышел. Давай, иди к этой, к... машине. Стоп, а тут пожарка есть? Да, он прям перед тобой. То пицца. А, то пицца. Ну ладно, так и быть. Так, ну здесь больше вообще ничего интересного нету в этом городе, кроме зомби. Поэтому я предлагаю поехать куда-нибудь в другое место. Слышь, а лупят не слабо. Да, там стреляют очень хорошо. Где я машину оставил, слышишь? А, вот а на... вон, фиолетовая. Знаешь, что я тебе сделаю? Иди сюда. Да-да. Возьми одну канистру. Во. Она полная.
То я замахался с ней тягаться. Ладно, потягаюсь я. У меня их просто две штуки, зачем мне две? Хватит. Так. Candle beans, чили. Ну, если что, мы знаем, что они здесь лежат. Но на самом деле, давай поедем и поплывем, знаешь, куда? Остров. Вообще, да, я хочу сплавать на остров рядом с аэропортом. Я там не был еще. А тут заправки не было, да? Нет, здесь в этом городе нет заправки. В следующем, поехали, садись. Ну, теперь мы будем кататься на машинке. Как раз в следующем городе есть все. И заправка, и пожарка. В общем, надо будет найти. Вот, вот эта машина без бензина. Я на ней немножко не доехал в город. Так, 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 так. Виляем, повиляем по дорожке. Вон там зомби какой-то стоит. И нема зомби. Кстати, слышишь? Ага. Давай оленя собьем. Или о, машинки. Точно, шкура, 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 шкура. Шкура надо. Дух. Вот так вот, типа. Вот кровожадное чудовище. Да ладно тебе. Между прочим, ты его сбил, а не я. Ну, а кто меня об этом попросил? Иди, слышишь, ты собери все. Потому что у меня, скорее всего, места нет. Я вставать, господи, а? Я хорошо сидел. О, тут мясо есть. Мясо и шкура, все собирай. Отлично. И садись теперь за руль ты. Мне надоело. А не, веди ты куда, я не знаю, куда ехать. Да я ж рассказывал бы, ну ладно. Я просто хочу на пассажирском посидеть, я еще не сидел на пассажирском. Давай, знаешь что, заедем-ка на... Ферму. О, там зомби, задави его. Ну да. Ладно. Так побьем. Че, его не попал, что ли? Вот это да. Куда ты побежал? Тебя сейчас там кокнут. Так, где кто еще? Иди сюда. Что там, что-то интересное ты нашел? Винтовку возьми. Вот эту вот. Ай-яй-яй, где ты? А у меня нет? Нормально. Кого? Да это я тут его. Я понял. Так, ну в этом доме больше ничего интересного вообще. Это значит ловушка для больших животных. Больших и средних, точнее, как я вычитал в интернете. Если честно, я даже понятия не имею, кто тогда здесь маленькие животные. Кстати, хочешь, подбери. Да там нет ничего, я здесь все обыскал. О, кстати, от вот этой штуки можно, по-моему, заправлять машину. Сейчас я даже проверю это. Так, тут какой-то непутевый. В общем, у меня есть канистра. А можно с колодцем что-то делать? С кем? С колодцем. Вообще, по идее, можно, только я не знаю, что. Ну, точнее, если у тебя есть чашка, по-моему, можно воду набирать. Взять гайку или не надо? Да, отлично. Это не гайка, это скотч. А, вот, так отлично, он нужен. Скотч, да, у меня есть две тряпки, еще нужно насобирать 5 тряпок и сделать этот... Спальный мешок. Спальный мешок, и да, еще где-нибудь зареспауниться. Так, сколько? 100% бензина? В общем, отлично, давай. Есть канистра. А? Отлично, у меня еще канистра есть, так что вообще супер. Две канистры. Ну, я же еще одну заправился. И давайте поедем, поедем, садись. И теперь мы поедем в аэропорт... Оставим там машину и поплывем на остров. Оля, зомби вышел. Ну и ладно, он нас не догонит. Да ясен пень. Так, подожди, это туда надо ехать, все правильно. О. Бум. Бум. А мы едем дальше. Знаешь, весело их сбивать все-таки. Ну конечно, стоял бы там ты, ты бы так не говорил. Кстати, вон скорая помощь, которую ты посеял. Я ее, кстати, отремонтировал, и в ней под 80% бензина. Там
там еще фургончик. Будем заходить в этот, да, давай зайдем в этот город, найдем, блин. Ой, сколько вас тут всех. Не надо. Что не надо? В этот город. Да надо. Я сейчас это все сделаю. Ой. Блаженного малеха. Чё ты их боишься? Короче, понятно. Бью их я, да? Да. А что это такое? А? Просто на самом деле немного притормаживает, и я не всегда успеваю отреагировать. Что там? Стой, где у меня этот? О, плохо, что нет бинокля. Но у меня есть... Слышишь, а что это? Стой здесь, короче, где-нибудь. Попытайся не умереть. Где ты пошел? Я в домике, нашел суп. А, это эти олени. Тё, я стою, смотрю, какая-то непонятная штука. Слышите, сколько там это процентов чего? Хавать там вот такое. Ну хавать 40%, пить 48%. Да, в принципе, еще жить буду, наверное. Нормально. Блин, как меня кумарят все эти зомби. Ух ты, вот это интересно. Так, надеюсь, ты не за мной идешь, чувак. За мной. Где ты? Дотекай от него. Да нормально, я его завалил уже. Ага, и потерял 50% жизни, да? Да нет, чуть-чуть. Чуть-чуть. Что такое Chem Light? Светящаяся какая-то фигня. Понятно. А, химический этот. Химическая светящаяся подсветка, в общем. Химический свет. Другими словами. Тоже мне знаток английского и спрашивает, что это такое. Еще один рюкзак. Чего? Тю. А, вообще можно и перекусить-то, в принципе. Я тоже так только что подумал. О, я нашел еще один скотч. Вот, у нас есть два скотча, теперь нам нужно насобирать кучу тряпок. Я насобирал еще тряпки. Я надеюсь, у меня нога не поломается. Нет, все путем. Ух ты. Ух ты. Их двое. Морячок и повар. Их трое. А где третий, я не помню. Я хочу фонарик найти, чтобы скрафтить этот. Так, слышишь, ты что, все медикаменты забрал? Я там еще не был. Так, антибиотики. Мне, короче, надо что-то сделать. Странно, тут вообще ничего нету. Так, в общем, мы немножко подлечились. Ух ты. Подлечились и, короче, все потеряли. Смотри, что ты уже натворил? А, не, 84%. Ого, антибиотики хорошо лечат. Так, мне бы попить где-то найти. Это бинт, это бинт. Я еще один дробовик нашел. Тебе попить надо? Что это? Civilian Bullets, не надо. О, нет, нет. Да я сейчас, я был где-то в маг... Ай-яй-яй. Нежданчик-то какой. Я видел где-то бутылку, я просто не помню где. Что здесь? Здесь ничего интересного. Зомби. Где ты их еще находишь? Да я ж бегаю, специально их тут ищу. Чтобы тебе не достались. А. Ох, сколько я патронов нашел для этого. Для дробовика нашего обреза, или что у нас там? Ич. Кружка. Так, я так понимаю, слышу, уже вечереть начинает. Это да, стремновато что-то. Да, оно не стремно. О, бандаж, тебе нужен бандаж? Нет. Собери, да, пусть будет. Случай, да, это вдруг я
сломаю что-то себе. Но бандаж это просто, это для... Я не знаю, что он делает. Он, короче, ничего путевого не делает. Во всяком случае, руку он точно не лечит. Так, вот еще тоже мышка. Расшатанная. Сама нажимает. Так, это голод утоляет. Чили тоже голод утоляет. Блин, мне попить надо. Ну ладно, молди милк. Больше ничего нет. Ну, выпьем молди. А? Где ты, кстати, ловишь? В магазине динер. А, я тоже в магазине, только в другом. Так, отлично. Жажду утолили. В принципе, радиации-то у нас немного. Ладно, погнали брать наш автомобиль и ехать в аэропорт. Я хочу в аэропорт. Где ты? Сейчас на Фуд? вас. Давай. Погнали. Блин, мне нужен больше рюкзак или скинуть где-нибудь половину всего. Больше у тебя и так почти самый классный. Но я буду искать, я найду. Я хочу зеленый. Если я зеленый рюкзак найду, я тебе свой отдам. Кувалда. Да, Кувалда. кувалда там есть. Ну, нам не надо пока кувалда. Погнали. Ты где? Нормально. Нормально все. Кстати, прокачай себе Endurance. Или нет? Это в Да. машине можно делать? Да на ходу сделай. Сколько у тебя скиллов? 8. А, тогда ты не прокачаешь. Да, если не прокачаем, мне надо как минимум 10, чтобы прокачать чуть-чуть. Давай, слышь, погодь, а чё это? Я ж не в ту сторону ехал. Не сбей меня, чувак. Да не собью, ты ещё не дошел даже до меня. Так куда ты убегаешь? Да я стою. Все, едем в аэропорт. Так, главное не заблудиться. Мне все время нужно придерживаться, по-моему, левой стороны. Что у тебя с жизненными показателями? Нормально, жизни еще 60%. Пить хочется чуть-чуть на 67%. Надо найти что-то будет. Ладно, тогда придется нам в этот город заехать. Что-то не хочется. Да сейчас я все сделаю. Погоди. Ой. Так, нормально. Что? Ну почему я... Слышь, я разучился на ходу их убивать. С того момента, как... Динамит. Я Да. забрал динамит. Вот это сейчас, слышишь? А как его сделать-то? А ну. Бомб. А-а-а. Ты меня не убей, а то размахался. Правой кнопкой бей и целься в голову. Подпускай их на расстояние вытянутой руки и ударяй резко. И желательно тактика какая? Бьешь и отходишь потихоньку назад, не подпускай к себе. Так, начинает вечереть. Мы так и не нашли фонарик и так и не скрафтили тебе кепку с фонариком. А эта штука нужная, потому что я это сейчас буду в темноте ориентироваться, вот тебе будет не айс. Одни патроны. У меня и так куча патронов, куча... У меня есть дробовик и есть... У тебя есть винтовка, слушай, я тебе могу сейчас патроны отдать. Кое-какие. О, наконец-то я на ходу вспомнил, как делать это все. Деревяшки, деревяшки, скотч, скотч. Нам тряпки надо искать. Слышишь, ищи тряпки. Close. Тряпки. Белые такие прямоугольнички. Блин, не видно, что хреново. Да пока что еще видно. Пока что. Просто у меня места, по-моему, для них уже нету. А тоже нет. Еще куча патронов, еще один рюкзак. Но это маленький рюкзак. Вот знаете, самое что прикольное, у меня есть куча оружия, я им не пользуюсь, я пользуюсь только одной катаной. Аналогично. Если честно, то успешно. Слушай, в общем... Тебе хавать не надо? Мне пока не надо ни хавать, ни пить. В общем, слушай, тут лажа какая-то.
Чего? Молоко я выкинул когда-то. А чё тут нету ни пожарки, ничего? А, это не тот город. Черт возьми. У тебя что там с жизненными показателями? Жизни 50% пока что. Может, витамины захавать, она поможет? Да, витамины очень сильно повышают, они тебя на 100% сделают почти. Сейчас. Ладно, поехали на автомобиле в аэропорт. Я думаю, в аэропорту может повезет найти фонарик. У меня энергия закончилась. Хоть и прокачана почти на полную. Кстати, я себе крафтинг прокачал на полную, а что-то не крафтим мы ничего. 557, елки-палки, я могу себе почти все. Давайте будем теперь стрелять лучше. Иммунитет давайте пополним. И что еще можно за 80 пополнить? Они... Ой, нет, там было что-то 75. 75, outdoors. Отлично, мы теперь можем быстрее рубить, пилять деревья. Кстати, я тебе, по-моему, тогда отдавал бензопилу, и ты ее... Нет, не было бензопилы у меня, к сожалению. Стой. Ты хочешь сказать, что бензопила у меня? Возможно. Нет, у меня обычная пила, значит, я бензопилу выкинул. Подожди, это кто-то крякал? Или мне показалось? Да, был кто-то. Сзади тебя, текай, вперед, беги! Ай-яй-яй. Это ж... Уйди отсюда. Я же Куда тебе говорю, ты? сзади тебя, беги вперед. Сколько у тебя жизней? Нормально там? Хватит. Еще один сзади тебя, беги вперед. Все, нема. Блин, у меня 10% Кого? жизни. Ля ты красавец вообще. Сейчас скопычусь. Слышь, где машина? Я тоже, кстати, не пойму где. Так. Он там, с той стороны, по-моему. Мы с той стороны ехали. Или нет? А, нет, нам в эту сторону ехать. Обратно получается. Ну, аэропорт... А, нет, стой, это пляж. Пляж, машину мы оставили. С другой стороны. Да. Ну пошли. Вот, машина там, по-моему. Или нет? Они прямо. Блин, точно. Это нам сюда поворачивать надо. Да, вон там где-то далеко-далеко. Слышь, кто-то где-то гавкает. Слышал? Да сзади тебя бегает. Собираешь всех. Бывает. Меня еще и хапнул. Сильно. Ну так. Нормально, слышишь? Я подберу ловушку. А ладно, не буду подбирать, мне некуда ее совать. Поехали на автомобиле. Доедем до аэропорта, разрулим там все и прыгнем на остров. Я хочу добраться на остров, где разрушенный корабль. Говорят, там что-то есть прикольное. Я там не был, поэтому... В корабле должно быть что-то. Блин, надо найти какое-то лекарство. Ай. Да в аэропорту там будет. Только тогда в машине сиди, не вылазь. Я найду по Шурику. Так, аэропорт, аэропорт. Аэропорт. Охи, кто сколько. Тогда что-то. Кстати, здесь, по-моему, затихло. Да, уже последние минут, наверное, 10 спокойно. Так, короче, Давай сзади он бежит. найдем лекарство. Блин, скоро мне понадобится лекарство. Я уже понял. А, я вчера тебе отсюда принт кидал. Когда ты вышел, я еще остался. Тут, короче, такая дорожка была. У меня тоже не было ни оружия, ничего. Я, в общем, их в рукопашку валил. Я потом скину, может, принт добавлю. И еще одна классная... Так, что тут? Патронов куча. Патроны, патроны, патроны. Ткань. Я еще нашел ткань. Нормально. Там надо два Я скотча. еще нашел ткань. Да. Но у меня два есть. Есть еще один динамит. Меня, короче, начали замечать зомби. Вот, кстати, высыпались из зомби патроны. Иногда что-то из зомби вылазит. Интересно прозвучало.
Ну, прозвучало. Ой, там кто-то бежит еще. Что-то из зомби вылазит. Ну, бывает, да. Иди потихоньку сюда топай. Я возле медикаментов все расчистил. Еще ткань. Дорогие друзья, да нам просто везет на ткань. Правда, я не знаю, сколько я уже Это собрал. Заходи в аэропорт. через вот это здание, да? Да, тут, короче, куча медикаментов, всякой ерунды тебе понравится. А, я тебя вижу, походу. Да, вот они. Собирай пока, я пойду дальше исследовать. Так, еще одни патроны. Вот, вот этот адреналин, по-моему, классная штука. Да. Так, знаете, у меня куча оружия. Давайте зарядим наш обрез. Эквип. Да. И зарядим его. У нас вон куча слагов. И у нас есть еще бэкшотс. Сейчас заправим всем подряд. И будем отстреливаться. Ну, знаете, неудобно, правда, что по одному патрону заправляется. Вот это вот единственный минус. Но я думаю, лупить будет хорошо. Ух, отлично. Ты меня испугал очень сильно. Не, серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тут, походу, чем ближе стреляешь, тем вообще круто. Вот не люблю я здесь... А, стойте, а что... Стойте. Там кто-то рычал. Да, он бегает. Злой до... Оу, жесть. Давайте мы эквипнем этот при ПНВ, а то что я хожу как непутевый. А чего его не одел? Больше нет никого, я надеюсь. Слушай, я одел ПНВ, а он не работает. Понажимаю, может, он выключен. Да нет. Реально, ПНВ не работает. Бля, он не работает. Это плохо. Дорогие Вот. друзья, я не знаю, может, вы мне потом подскажете, в чем проблема? Может, батарейки нужно найти или от генератора как-то зарядить? Я нашел фонарик. Я тебе сейчас сделаю этот. Классную фишку. Я нашел еще одну ткань. А ну, поднимайся вверх. Я нашел рюкзак и автомат. Ты наверху? Да-да. Я здесь. Где ты? Сейчас подожди буду. Сейчас сколько же здесь этажей? Там много. Иди сюда. А ты страшный в темноте. Да это, я не знаю, что у меня не работает ПНВ. В общем, так, что у меня есть? Дай мне кепку, скинь свою. О, секундочку. Я сейчас хочу проверить этот миф. Можно ли соединить? Что ты так долго делаешь? Как ее снять, кстати? Правой кнопкой по голове, по шарабану клацаешь. А. И Сейчас. дропай. Да. Взял? Где ты дропнул? Ты... А, вот она. Да, и теперь мы сейчас попробуем, где у нас тут крафтинг, Крафтить. соединить эту штуку с фонариком. Так, захватили. Неужели получится? Отлично, у меня теперь есть шапка. Знаете, мне надо покушать, то на 77%. Слышишь? А, тю, ее теперь перекинуть надо. Да? Вот намного лучше, Вот, у меня есть шапка. Дай мне скотч теперь. наверное. Так, теперь тебе кидают. Слушай, а не работает? Вот. Светит или не светит? Так, свечет. Не гони. Свечет. Дорогие друзья, значит, у меня глюк, или не знаю, может, на видео и будет. Но у меня света нет. Один или два? Два.
У меня ни ПНВ не заработал, ни эта штука. Значит, у тебя какой-то глюк такой был. А второй скотч где? А, все, нашел. Так, и давайте теперь попробуем скрафтить. Ну, чё ты, крафт, нажмись. Так, стойте, нам надо дропнуть одну штуку. Нам надо 7. И 2 скотча. Теперь мы берем крафт. 7 вещей, 2 скотча. И получаем классную штуку. У нас есть sleeping bag. И знаете что? Давайте-ка мы его где-нибудь примастырим. Вот здесь, Уютненький. в уголочке. Так, тихо. Вот так. И нажмем вот так вот. Так, нож нам не нужен. ПНВ, значит, и динамит заберу. И еще одну тряпку. Оно горит таким красненьким Ну, светом, я занял ее. что оно занято, да? Так, все, поплыли на остров. Поплыли на остров, и разведем там костер. У меня, по-моему, кирка есть или нет у меня. Да, у меня есть кирка. Нет, стойте, это не кирка, это арбалет. Так, стойте, а где кирка? У меня была кирка. У меня, по-моему... А, нет, у меня нет кирки. У меня только... Слушай. А я, по-моему, кирку выкинул. Хотя нет, у меня должна быть кирка, это я точно знаю. У меня есть Стрелы. вор. Деревяхи будут. А А вот... я не знаю, где я кирку дел, прикинь. Блин. Ладно, какая разница. Поплыли, все равно посмотрим. Может, там кирку найдем. Да, может быть, и будут, да. Но знаете, меня это смущает. У меня на голове фонарик, а он не горит. Ты выбежал, нет? Где-то есть? А, все. Поехали нам. А, подожди, там, по-моему, выход есть. А, нет, это на воинской базе есть прорубленный забор. Ладно, погнали. Нам надо к выходу, нам нужно обойти аэропорт по кругу и поплыть на остров. О, начинает расцветать. Отлично. Значит, можно снять кепку. Я надеюсь, я ее не выкинул. Блин, я ее выкинул. Да, лучше такую вещь не кидать. Ладно, я выкину динамит, он нам не нужен. Эй. Куда ты кирку дел? Это непонятно. Да, может, и выкинул ее. Подумал, что потом ты появишься и будешь с киркой. Так, у меня 60%. У меня есть какие-то медикаменты? Да, у меня есть вот эта штука, я возьму ее. И вместо нее. Вот если адреналин вколоть. Здоровье чуть-чуть увеличится. Вай-вай-вай. Она установленная? Нет, она не установленная. Фух, повезло. А то чуть не напоролся на... Собственно, ловушку. Слушай, тут же еще можно бегать. Где тут обрез мой? Зарядим еще. Все, отлично, я зарядился. Сейчас я их тут переложу. О, здесь выход есть с этой стороны, вообще шикарно. Итак, мясо. Только хардкор. О боже, как оно разлетается все. Жесть. Еще один рюкзак. 2 зомби. Нажмем reloaded. О, можно сразу теперь нажимать. Ушел. Слышь, Отлично. там сзади меня, походу, еще куча. Где? Да, текай. Готов. А, еще ползет. Готов. Еще один. Ух ты, их двое было, что ли? Да. Куда ты делся? Сейчас, тихо. Уйди. Чего она не жалась? Что Я за... не знаю, потому что я тебе еще раз говорю, убегать надо. А теперь ты ископытился. Я понял. Ладно, появляемся. Где ты появляешься? Ты неудачник. Ты там подбери мои вещи. Куда я их подберу? Тоже еще приколист. Я тебя могу разве что здесь подождать. Подожди, надо разобраться, где я есть. Да ты в том городе. Ты хоум нажал или этот? Не, респаун. Ты дурак? Не подумал. Сейчас скажу, где я. Тут вот на пристани. А походу это реально тот же город, только пристань. Сейчас скажу. Точно.
Товарищи, подскажите, если что, в описании к видео, ой, в описании, в комментариях к видео, я нашел Кирку. Слышь, да, это тот же город, просто я появился немного с другой стороны. Знаете, выкинем, наверное, бандаж. Нога и так заживает со временем. Оружие отбиваться у меня есть, значит, в принципе, меня никто не должен убить. Так, скотч я не подбираю. Так, мне бы выпить надо как раз. Давайте пока вот это выкинем. И выпьем колу. Эквип. Ой, какой ты страшный. В смысле? А, тут и не мне. Я чуваку одному тут. Так, давайте сейчас временно выкинем. Примем профилактич. О, боже. Вот это вообще неожиданно. Слушай, тут уже зомби распавниться начинают. В смысле? На, в аэропорту зомби появились. Я их всех перебил, они заново появились. Круто. Да не очень. За тобой заехать? Заезжай. Я тут еще побегаю, поищу что-нибудь. Пока. Ну, в принципе, зрители, я для вас этот момент вырежу, пока я буду за ним заезжать. Я потом уже покажу, как мы будем плыть на остров. Да, глянь, зомби появились. Ладно, у меня теперь есть молоток, я буду им драться. Да, он первый. Что это? Карджек. Не бери, у меня есть. Это чтобы машину переворачивать. А, понятно, бесполезная штука. Да, я слышу, как ты едешь. Так, зомби заесть? Есть зомби? Нет, зомби нет. Значит, можно отремонтировать автомобиль. Кстати, автомобиль нужно ремонтировать долго. Потому что даже когда пропал дымок, если вы отпустили, то машина после первого же столкновения вновь задымится. Так, иди сюда. Нормально, я насобирал кучу тряпок на спальный мешок. Куча это сколько? Очень много. Ладно, не делай пока ничего. Не лазь нигде, чтоб тебя не замочили. Ты на пристани? Нет, я в городе. А где ты? В магазине одежды. Магазин одежды. Я не вижу магазин одежды пока. Так. Это на самом выезде. А, и у меня энергия закончилась, а я правую кнопку жму и не пойму, в чем дело. Так, подожди, так ты возле фиолетовой машины моей? Ну, нет. Пост. Да не в этом городе, что ты мне голову морочишь тогда. Я сразу сказал, в самом первом. Не в этом. Ладно, я уже здесь. Так. Тогда ничего не буду вставлять в видео, обрежу. Аж до тех пор, пока за тобой не заеду. У тебя есть вода попить? Нет, сейчас думаю найду. Но, правда, пока не особо. Сука. Где ты есть, обезьяна? А ты... На.
Не говори, что тебя сейчас Вот. опять завалят. Тебя опять завалили, что ли? Нет. Я еще бегаю. Научись драться. Ну что, где ты есть? Да подожди, я тут выживать пытаюсь. Где есть? Мне пить надо. Блин. Тут нет ничего. Ладно, короче, я к тебе еду. Ой-ё. До тебя далеко ехать, хрен знает куда. Ты это корабль, что ли? А, нет. Это просто покрашено так. Подожди, а чё мой автомобиль... А, это не мой автомобиль дымит. Ты же, здесь нырять можно? Нет. И ну. Нормально, а то еще утонешь. Может быть. Найди мне пока бутылку с водой. Я уже приехал. Круто. Слышишь сигнал? Пока не особо. Ты где? В какой части города? Я на выезде из города. А? Ты мне воду нашел? Пока еще нет. А медикаменты у тебя есть? У меня только тряпки. О, поезд тут. Ты ж, давай сюда быстрее. Да я и так уже здесь. Где ты? На воде. Ай-яй, иди в трубу. Да в воду заплыви. Я и так в воде. Где ты? Я тебя не вижу. Ой, я тебя вижу. А, вон. Справа от тебя. Сейчас. Они... Что у тебя там с жизнями? Да похватит пока. Вылазь. Так, все, мне надо найти какую-нибудь палку, чтобы можно было драться. Да неси ничего, сейчас в аэропорт поедем, я здесь ненадолго. У меня только тряпки. Нужны тебе? Нет, мне надо лекарства какие-то. В аэропорту поставишь себе эту палатку. Надо еще скотч тогда найти. Или у тебя есть? Нет, я не искал. Сколько у тебя тряпок, посмотри точно. 6. Иди сюда. А ты где? В аптечке. А это самое первое, да? Эти medicines. Сейчас. Где ты? Вот он я. Иди сюда, стой сюда, иди сюда. А, это дроп. На, еще одну тряпку. Я тебя не вижу. Да вот он я, сзади тебя, побежал. Как medicines, там фармаси написано. Ну, какая разница, я не читал, что тут написано. Вот, на, подбери эти, как его. Угу. Еще одну тряпку. Сейчас тогда надо по Шурику скотч найти. Колючка, топор, топор. Вот, я попить теперь могу. Отлично. Все, можешь мне, в принципе, воду не искать. У тебя топор есть? Возьми топор, иди сюда. А ладно, не бери ничего, короче. У меня... Давай. Вон, в банке, по-моему. Да, в банке топор лежит. Ты скотч не находил? Пока нет. Здесь нет. Пицца. Где Так. Так? В банке под столом. А, все, вижу. Иди сюда, маломальский рюкзак, я тебе сейчас дам. Сейчас я прибегу обратно, подожди. Так, я скотч нашел. Блин. Что, кто-то есть? Да нет, я взять его не могу. Сейчас я рюкзак отдам. И сам туда придешь, заберешь. А где ты есть?
Сейчас, подожди, говорю. Слышь, а когда одну Вот я. эту, Иди ко мне. когда одну кровать, другую делаешь, первая исчезает, да? Нет, они есть, ты там выбираешь. На одной ставишь клейм, на другой ставишь анклейм. Ну, чтобы на одной только респауниться. Вот, мы насобираем патронов. Они нам нужны для нашего этого. Погнали, я тебе покажу дискотч. Идем. Так. Вон, короче, дом видишь за этой, за милицейской машиной. Вот в тех двух домах, по-моему, где-то скотч. Иди найди пока. Так, а я сейчас гляну, что здесь. Стрелы. Стрелы нам тоже пригодятся. Под кроватью нет ничего. Обидно. Так, ладно, поехали обратно в аэропорт. Сейчас я во второй домик забегу. Да, здесь есть скотч. Еще один скотч нашел. Да, только один. А. Ладно, иди на выход из города к машине. Ты там уже, да? Да. Подожди, этого. Где closest написано? А. Фиолетовая машина. Да там ничего нет, где я там был. В двухэтажке? Да. Ну, У меня. здесь моя кровать. А, тут твоя кровать, да, точно. Ну, я бегаю просто везде. Все, едем в аэропорт. У меня звук в игре чего-то тише стал. Полазь в диспетчере звуком. Да не, мне просто кто-то звонил в этот, как его, в скайп, и после скайпа такая ерунда началась. По-моему. Ну, а мы едем в аэропорт. Это была машина? Да. Круто. Блин. Я еще тряпки нашел. Сейчас там на въезде, по-моему, стоял автомобиль. Давай на скорую сядем. Да не, скоро это не то. Я нашел какую-то штуку. Energy drink. Ух ты. Я первый раз такое вижу. Давайте попробуем. Я нашел еще один скотч. Все, отлично тогда. Energy drink утоляет жажду и мгновенно восстанавливает. Что? Понча надо. Не. Будешь носить. На синенькое. Мне не подойдет по цвету. А. Ладно. Так, где-то здесь стоял еще один розовый автомобильчик. Отлично. Сейчас мы его заправим. Блин. Слышишь? Что? Я нашел Miner Helmet. Это что такое? Это шапка шахтера, которая с фонариком. Отлично, бери себе. У меня есть такая. Да взял уже. А мы сейчас будем заправлять автомобиль. Так, поставлю сюда для удобства. 4. А, она полная. Так, значит, раз. 4. 4. Это ты тут, да? Все, поехали. Еще одна. Ой, я канистру подберу. Бери, поехали. Да ты сейчас свой рюкзак весь заперешь. Сел? Да. О, там кто-то есть. Где? Что, не слышишь? Блин, сейчас. Блин, придется машину отремонтировать. Смотри, как оно прикольно происходит. Такое. Ты же, я сейчас могу посмотреть, что у меня есть? Да. Так, у меня есть топор, у меня есть 8 тряпок, 2 скотча и канистра. Такая, не знаю, она пустая или полная. Наверное, полная, пустая, скорее всего.
full или empty? Тут ничего не написано, просто гаскаем. А выбрать ты ее. Нажми на нее. Full. Ну все. Ты говоришь за себя или за персонажа? Да, в принципе, обоим. Так, тут он доктор на меня уже бежит. А, это повар. Так, короче, постарайся не попадаться никуда. Кстати, перевернуть БТР нельзя. Я пытался. Так что на БТР покататься нельзя, и те, кто говорит, что катались на БТР, нагло врут. Вот бронишки, а. Так, слушай, а здесь никого нет. Иди собирай свои шмотки там. Только по сторонам оглядывайся. А где? Да возле вышки, только я не помню какой. Вот этой, по-моему. Ну да, мы здесь были. Здесь, кстати, есть дыра в заборе, через которую можно выйти. Нет, слушай, нет. А где тебя завалили? Тебя на улице завалили, да? Да. Значит, тебя с той стороны завалили. Здесь есть дыра в заборе, можно пробраться и поплыть на корабль. Это уже вечереет, да? Я так понял. Ну да. Ну благо у меня есть фонарик. Теперь. О, динамит, который ты выкинул. Ты же, моих вещей нет. Что? А, говорю, моих вещей нет. Кого? Вещей моих нету. Да подожди, мы ж не добежали. Тебя вот тут кокнули. А что это? Это записка. О, там патроны спрятаны. Мы еще не добежали до них, вещей твоих нету. Вон они все валяются. Нормально, по крайней мере, у меня теперь опять есть штаны. Докторские. Так, что мне надо? Мне ничего не надо. Собери тогда генератор, ткань, шкуру, животных собери. А? А, вот это ну все? Ну вот, да. Вот тут сколько всего. Слушай, я возьму у тебя антибиотики. Пользуйся. Или ладно, сколько у тебя чего? Так, вот эти шкуры я пособираю. Ну собирай все. И рюкзак вон тот один, второй. Этот? Ну он, по-моему, больше. Кстати, вот здесь можно найти военный рюкзак. Нет, сегодня здесь нельзя найти. Вот, вот нам надо на тот остров. Вот как раз здесь выход есть. Так, отсюда нужно спуститься аккуратно, бо будет больно. Ты все собрал, что надо? Да подожди. Катану собери, и поплыли давай быстрее. Сейчас. Кенецуп тебе надо? Не, забираю. Ой, еще одна канистра, я тоже думаю ее возьму. Мало ли что. Антибиотики и вот эти профилактические таблетки забери. Их просто хавать, да? Да. Я захаваю, потому что у меня только 50%. Погнали. Сейчас, подожди, съем. Да погнали, на ходу будешь есть. Слышишь, а у меня на голове тоже фонарик или нет? Блин, чего он не лезет? А, прыгнуть надо. У меня тоже фонарик сейчас на голове или что? Нет, у тебя ничего на голове нет. Кузьки. А, почему... Почему у меня не работает эта штука? Глянь, у меня не светит фонарь. Теперь есть. Ну, он у меня не светит. Ладно, плыли на остров. Идешь? О, ты это слышал? А ну сейчас погодь. Не, слышь, это не у меня бахает, это у тебя бахает. Поплыли на тот остров. Да, бахает. Ты плывешь? Плыву. Кстати, что ты говорил, что энергия не уменьшается? Вот уменьшается у меня энергия. Я плыву, у меня не уменьшается. Да ладно. Но если быстро плыть, то уменьшается. Если просто плыть, то нет. В смысле, так она и не будет уменьшаться, если просто так плыть. Ну, по идее, должна. Ну, когда ты ходишь, у тебя тоже не уменьшается энергия вообще-то. Так ходишь и плывешь, это разные вещи. Кстати, у меня еще 40% энергии. А у тебя, я так понял, уже закончилось, да? Да блин, мне похавать надо. Слышь, у тебя есть что похавать? А сколько у тебя? 81%. Пить охота и 69% хавать. Я тебе сейчас суп отдам. Что ты, фонарик светит, что ты там? Ну, мне не освещает он ничего. Это может глюк какой, но мне он не освещает ничего. А теперь у меня светит. Но у меня не светит. На, лови свой суп тогда.
и хаваю. Он и жажда удаляет, и это. О, да, сейчас и у меня стреляют, я слышу. Слушай, у меня есть кирка, у тебя есть топор, да? Да. Давай кастрик разожжем. Рубить дерево. Сейчас я просто кирпич не найду. Давай сначала найдем булыжник большой. Это есть. Вон фонарик, видишь? Сзади, сзади. Вот. А. Догоняй. Надо просто булыжник сначала найти, камней нафигачить, а потом дерево срубить. В общем, я бегу пока на корабль. Мне интересно, что на корабле. Куча зомби, что Я сейчас. вон зомби вижу, кстати, да, их реально куча. Юху! Я здесь. Ой. Ты мне сообщай, где они лазят, потому что я что-то их плохо слышу. Сзади тебя есть один. Сзади или спереди? Мне показалось. Спокойно все. Вот, тут валунов, короче, много. Зомби впереди. Да я вижу. Блин, меня расцапнули. Ладно, у меня пока много здоровья. Сейчас, подожди, я еще вот этого сделаю. Так, сделал. Давай работай. Вот тебе менюка хорошая. Сейчас я попробую, а ну подожди. Где у меня кирка? Говори там, смотри по сторонам пока. А таки дело. Прикольно выглядит, как ты не рубаешь. Слушай, нет, это не такие камни. В смысле? Он Карать. их не рубит. Ну вот. То ты там бегаешь за камнем. Да. Ну попробуй вот этот. Да подожди ты. Что там, много кого, да? Там много. Оно их должно рубить, но... Оно сразу с трех раз должно рубиться. А попробуй дерево сначала спилить топором. Пошли. А там впереди кто-то есть. Да я знаю, вон дерево иди руби. Вот это? Ну да, правой кнопкой. Но. Слышь, вот оно не рубится ничего. Какие-то тут... А, срубилось. Ну вот, вот эти бревна подбирай, лог. Короче, еще пойди срубай одно. А я пока пойду с этими разберусь. Угу. Ты о чем? О том, сколько их там. Еще один. Я вижу. Все? Ну, пока да. Сейчас я катану возьму, потому что кирка это нереально их бить. Еще одна кирка. И еще где-то ползает он справа. Да, я вижу. Кстати, слышишь, я не могу катану взять. Она у меня есть в рюкзаке, но я ее взять не могу. Так, ну я думаю, бревен у меня достаточно. Да бревен-то да, надо кирпичи, а кирпичи что-то не рубаются. Не, сейчас еще попробую, может их чуть подольше надо. Я сейчас на корабль заберусь, я хочу глянуть, что на корабле. Ты глянь, а там зомби ходит в корабле внутри. На что не жми, он берет топор почему-то. Ладно, топором тоже можно кое-как драться. Алло, живучий. Так, здесь есть фонарики. А? Лекарства не нужны, тут вакцина есть. Да я знаю, я видел. Нет, мне пока не нужны. Я хочу срубить этот камень, отколоть. Я не знаю, почему он не колется. А где-то есть. Да вот он я. Давай пробуем. Ну, лянь, это ж валуны самые обыкновенные. Вот, скотч есть, слышишь? Давай здесь точку для респауна. А? Выкинул, да ты кирку выкинул. Нет, тут я еще одна валялась. А ты собрал бревна? Да. Сколько у тебя бревен? Сейчас скажу. Не понял. Где они все? А, вот, 4 штуки. Нормально, их 4 и надо. Давай найдем теперь кирпичи какие-то.
камень, рокс, что это? Может, это можно будет рубать? Ты же дадай кирку выкинул, она нужна тебе? Дайте еще раз говорю, нет, ты уже спрашивал. Я подберу. У меня есть кирка, зачем? На всякий случай. Я тебя не вижу, кстати. Не рубается, камень этот какой-то непутевый. Сейчас я к кораблю иду, возвращаюсь. Ну давай я здесь в зеленом ящике сижу. Вот я. А, все. Что, никак вообще? Да они не рубятся, я не знаю, это кирпичи какие-то неправильные. Слышишь? А ну подожди. Да, я попробую. Но это не такие надо, там просто большие есть валуны. Поплыли обратно на этот, на аэропорт. Ты серьезно, я ничего кроме топора не могу взять, что за важность? Не знаю, глюк какой-то. Конечно, понятно, как у тебя с фонарь. Вот эти камни попробуй рубай. Да я рубал, не рубается. Пойдем, говорю, на аэропорт с поплывем. Иди сюда, сзади тебя. Куда ты пошел? Ну, плыть. Да не в ту сторону, идиотик. Назад иди. Ты ж здесь зомби. Говори. Где ты, он? Ну, ого. Насобирал. Так топором вообще классно их мочить. Всё. Поплыли обратно на аэропорт. Я там зареспаунюсь и... Подожди, у тебя есть же... Ты тоже сделай там себе кибитку. Погнали, вот там наверху зареспаунимся и на этом закончим серию. То что-то тут вообще нам не способствует ничто. Камни неправильные какие-то. Думаю, с тобой неправильные какие-то. Да ладно. Сейчас, может, на аэропорту где-то какой валун найдем. Они вообще вокруг дороги, эти валуны, можно найти. Ой, вокруг дороги, вблизи дороги. Поэтому давай сейчас, может, там где-нибудь вблизи дороги найдем валун, разожжем их где-нибудь посреди аэропорта. Костер. Будем греться. Так, все, поплыли, короче, тут, походу, ближе всего. Все, я пошел. Блин, я сейчас тут плыву, и мне так в бассейн захотелось. Да, хочется. Особенно, чтобы была зима, и поплавать, и вообще класс. Угу. А с этой ерундой, которая в городе творится, это, походу, еще не скоро будет. Ну да. Что там у тебя с показателями жизни? У меня? Угу. Я очень пить хочу, и... Есть водичка, кстати? Нет. У меня ничего сейчас нету из съедобного. У меня просто уже 91%. О, ну нормально. Сейчас как раз зареспаунишься и можешь коньки отбросить. Ну да, ты добрый такой, спасибо. Я тебе, кстати, помогу даже. Смотри, давай. О, у меня план коварный. Пошли в аэропорт. Видишь меня? Да, подожди. Давай, только я буду медленно идти, аж уже 92%. Я понял. Да нормально, сейчас наверх главное подняться. Скинешь мне все свои шмотки, я быстро сделаю этот. Спальный мешок. Так, оружие, оружие. Подожди, стой, постой, я сейчас быстренько обойду везде. Нормально, все чисто. Да-да, здесь никого нет. Ладно, погнали тогда в ту будку пилотную. Я уже побежал к ней. А где ты? Я за бочками. Где ты есть? Где ты есть? В аэропорт зайди. Подожди. Где ты лазишь, говорю? Да сейчас, сейчас там же, где и был. Я тебе сказал, стой на месте. Вот он я. Ой, блин, да, быстрее. Что такое? 96%. Ну, старайся как-то дотянуть. Можешь вот тут зареспауниться, слышишь? Давай. Хватит еще? Шоу 97 уже? Да. Блин. Что, тебе скинуть все? Давай. Так. Что тебе надо? 7 тканей и 2 скотча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Duct tape. Раз, два. Отойди. Ну, давай быстрее. Сейчас умру. Нормально. Эй, крафтся. 99%. И... сейчас. Давай, 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 давай. Не хочу умирать. Вернее, я умру по-любому, но блин. Собирай и ставь. Быстрее ставь его. Слышь, у меня 100%. Кого? Ставь быстрее кровать. А, где она? Вот она. Уип. В любое место кидай быстрее. Нажимай, чтобы был unclaim. Все. Это ты меня бьешь? Да. Это что, охренел? Ты сейчас поймешь, почему. Сколько там еще? Нажимай home. Причем я умер от того, что пить хотел, а не от того, что ты меня пиздил. А оно бы потом по это было бы плохо. Слышишь? Ты появился в том городе? Да. Ну нормально, твои вещи здесь остались. А чё я здесь появился? Потому что убери с той кровати клейм теперь. Всё. Давай, знаешь, что я сейчас сделаю? Ты убрал? Да. Иди убейся теперь. И ты появишься здесь. А я твои вещи пока постерегу. Зомби, иди сюда. Я здесь, весь твой. Я вкусный такой, да? Ну все, меня съели. Ну, хоум нажимай опять. Еще и причмокнул. Во, все, ты здесь. Юху. Собирай все свои шмотки. Так, надо это... А ты теперь меня кокни тоже. Подожди, сейчас я все это соберу. А, нет, стой, ничего не делай. Сейчас туда сбегаю пока. Так, надо же фонарик одеть. Просто лучше давай ты ничего не делай. Я сейчас здесь включу клейм, а потом просто дисконнект нажму, и я появлюсь в другом городе. Слышишь, что ты мою каску забрал с фонариком? Ты? Нет. А где она? Не знаю. Так, все, я здесь заклеймился на аэропорту, но... я, походу, появлюсь все-таки в том городе возле банка. Ну, отклеймишься, умрешь. И все будет супер. Так, сейчас я к тебе прибегу. Так. Где ты есть? Да здесь же. Слышишь, у меня куда-то делась эта каска. Да нормально все. Радуйся, что ты тут появился. Ну, в принципе, все. Вот, начинается рассвет. Да я не знаю, кстати. Не, не надо. У меня пока еще, в принципе, все в пределах нормы. Ну, я, правда, есть очень сильно, а, начал вот. Пить. Идиотик. У меня, в общем, все светит. Я не знаю, почему не светит. У меня, наверное, глюк какой-то в игре произошел. Поэтому, в принципе, дорогие зрители... Передвинуть. Что? Можно ее передвинуть? Нет, нельзя. Поэтому, дорогие зрители, мы на этом заканчиваем. Я извиняюсь, конечно, что у нас не получилось развести костер. Мы хотели обосноваться на том острове, построить там заборчик, в общем, все как положено. Но, как видите, там не нашлось камней. Кстати, Леха, будь осторожнее, потому что когда ты тут в следующий раз появишься, здесь будет куча зомби, и тебе придется бегать от них и мочить их. Ну, так что вот так. Ну, да. А на этом мы данную серию заканчиваем. Я надеюсь, что она была интересной, хоть и немножко затянутой. Все, ну, до пока. Скорых встреч, пока.